прошлых сериях собаки-блогеры. Ее уже увозят в мое тайное место за рекой. Эй, привет, я так соскучился. Вот видишь, когда ты добрый, у тебя появился первый друг. Все это запишем на видео для наших подписчиков. Хотели снять меня для своего блога? Ну хорошо. Что за прикол? Эйвен, София! Я понял, это кто-то прикинулся мной специально, кто-то, кто смотрел твой канал. Привет! До чего я не догадался? Я не тайный поклонник. Никто меня не найдет. Я никак не могу вычислить его. Подписчики дали подсказки, но пока никаких следов. А ты что-нибудь нашел? Да, я должен кое-что тебе рассказать. Ну, давай, говори скорее. Когда-то у меня был друг. Мы вместе смотрели ваш канал и смеялись. Но потом он предложил похитить Эйвена и Софи под ником тайного поклонника. И мы поехали к вам в Таиланд. Там я впервые попытался похитить Софи. Замолчи, жалкая блогерша. Ты думаешь, все так просто, Супер Эйвен? Эйвен тогда спас ее. Я не мог выдержать этого, и в итоге мы с Эйвеном стали друзьями. Давай дружить. Давай. Я вернулся на сторону добра. Приехали в Россию, и он стал совсем агрессивен. Он злился на каждое ваше видео. Он реально психовал. Думаю, что он... Кто он? Как его зовут? Где его можно найти? Он. Алло, ты пропал, алло, алло. Зачем ты это делаешь? Остань. Он устранил ТП. Боже, он идет, да, он идет. Давай изображать, как нам страшно. Ужас, как страшно. Как бы нам увидеть его лицо? Привет, детки, пипец. Софи, надо трястись, чтобы он верил, что нам страшно. Вам привет, собаченки. Давайте сегодня снимем видео для моего блога. Чтобы стать популярным на YouTube, мне нужно постоянно снимать всякие... Всякий шлак. Тупые видео. Чё? Вместе с вами, собачками, я буду снимать... Тихо. Разбежался. Будем снимать лайфхаки, челленджи, DIY. DIY вообще-то. И главное, мы будем снимать... Только не что свое. Пранки. Мы станем звездами пранков. Особенно ты станешь звездой. Вообще, какой я классный. Какой я офигенный. Подожди, что ты сказал? Я не вижу тебя через эти маленькие дырочки. Давай, челлендж, покажи свое лицо, или боишься? Боишься. И это тоже. Сегодня, дорогие наши зрители, на нашем суперканале я покажу вам свое истинное лицо. Смотрите. Подписчики подсказали, что его голос похож на голос нашего оператора, которого я выгнала в Таиланде, когда он стал жестко шутить над Эйвеном и Софи. Может быть, это он? Смотрите. Это был пранк. Эйвен, мы обречены снимать это своё. Я вас разыграл. А ваша мама надеется вас найти и создать свой канал. Привет, это собаки Чихуа Софи Эйвен. Больше не будет никакой дог-мамы. Мы последовательно уничтожим ее канал. Она исчезнет из просторов Ютуба. И теперь мы с этими пушистыми ребятами станем королями. Пиф-паф, ой-ой-ой. Точно, их голоса безумно похожи. Но его аккаунты везде удалены, его не найти. Как теперь он назвался и что он будет с ними делать? Эйвен, я его отвлеку, как женщины в фильмах. А ты посмотри название канала. Мне кажется, я тебя люблю. Не работает, Эйвен. Может, я ему не нравлюсь, может, ты попробуешь? Браток. Погладь меня, пожалуйста. Сейчас я... Эйвен, еще рано, он еще не открыл канал. Что, хочешь, чтобы я тебя погладил? Конечно, теперь ведь я ваш папочка. Господи, Эйвен, не плюсь это на меня? Я загружаю это видео на канал. Он создает канал, Эйвен, смотри, отвлекаю. Да. Ты классный. А, детка, ты права, не лежи меня. Ладно, ладно. Блин, ну он же пластмассовый. Так, мы создаем канал, и я загружаю на него свое видео. Вы должны меня бояться. Быстро. Да, 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 мы очень боимся тебя. Мамочки, как же страшно. Бойтесь. Софи, он создал канал, загрузил туда видео для мамы. Тут, собачонки. Да, 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 сидим, сидим. Эйвен, давай, смотри, как он назвал видео и название его канала. Видео он назвал пока дог мама Аня и собаки. Мамочки, что это значит? А название канала? Не могу увидеть эту страницу загрузки. Он идет, тихо. Нужно, чтобы кто-то как-то нашел это видео на Ютубе и сообщил маме название его канала. Кто это может сделать, Софи? Наши подписчики помогут нам. Они точно найдут. Вряд ли, Софи, нам уже никто не поможет. Алло? Привет, Аня. Квин? Я знаю, ты лучший хакер, ты что-то нашла? Я попробовала вычислить тот номер, с которого он прислал селфи, но ничего не получилось. Слишком хорошо скрывается. Ясно. Придумал. Блин, это гениально.
Давайте поиграем с вашей мамулей. Слушай, ты, Догмама, твои детки у меня. Только выполни все мои указания. Ты сможешь получить шанс вернуть своих Эйвона и Софишечку. Так, задание первое. Аня, он наверняка создаст канал, надо его как-то найти. Я знаю, но... Поиграем с Догмамочкой. Как я классно смеюсь. Ба-бах.